Этот святой – один из самых почитаемых подвижников христианского мира. Люди молятся ему о крепком здоровье, достатке и хорошей работе. Увидеть десницу чудотворца можно в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. На это время храм круглосуточно открыт для верующих. Это святыня, это я считаю, что у каждого христианина это должно быть. И каждому святому нужно прийти, приложиться, поклониться. Это одно из важнейших аспектов христианства. За 4 дня мощам Спиридона Тримифунского, которые доставили из Греции, поклонились около 50 тысяч человек. Прикоснулся к святыне и губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев специально нашел время в плотном графике, чтобы приехать в Свято-Екатерининский кафедральный собор. Духовная сила, она нуждается в подпитке. И те великие православные святыни, как Спиридон Тримифунский, который сегодня с нами, он позволяет нам эту силу духовную и сохранять, и приумножать. В этом году Краснодар первый в России и единственный на юге страны город, куда доставили мощи. Затем святыня отправится в Екатеринбург. Всего ковчег с десницей Спиридона Тримифунского провезут по 10 российским городам.